Сегодня сделала последнюю курочку, потому что завтра последний срок, когда уже начинается католическая Пасха, и нужно быстрее сделать курочек, потому что можно хорошо на них заработать. Сейчас везде люди, они вяжут, они что-то из них, еще что-то из каких-то материалов, кошечек и зайчиков, и курочек делают своими руками. А вот мне хозяйка дала идею, я тоже сделала курочку. Это последняя курочка, конечно. Вот. Вот такую вот. С тканями, с всякими вот... С кружевами, с перьями, с нитками. Вот. Ну, так. Посмотрела в интернете, и идея у меня появилась. Так, сейчас... А также я сейчас еще покажу, вот такая вот курочка есть. Это ее делала хозяйка. Вот. Уже к чему-то приклеилась. И вот такой вот петушок. Сердитый петушок. Вот такой петушочек. Дальше. Они стоят сушиться. Еще есть вот такая огромная курица. Но она не новая, она уже старая. Вот, и еще вот, а еще вот такая вот у меня есть. Вот такая вот у меня есть курочка. Ой, это хозяйскую тоже нужно доделать. Вот. А также у меня еще целую ночь придется сидеть, чтобы вот тех вот сделать. Видите? Они сейчас на батарее. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 штук. Мне еще нужно... Сейчас 7 часов вечера, но мне нужно придумывать курей. Вот, вот такая тыквочка, я покрасила в желтый цвет. Что-то надо, какой-то дизайн придумать, чтобы было похоже, что это курочка, и чтобы его решили забрать. Так что мне еще сидеть целую ночь, наверное, с этими курями. Вот, завтра у меня плотный график. И с первого, с утра у меня... И вечером еще. Поэтому я уже скорее-скорее стараюсь вот это все закончить. Еще вот такие вот есть работы. Ну, это так, просто покрашенные тыквы. Просто покрашенные. А нет, не покрашенные, а спреем. Спрей они. Вот. И еще вот такие вот две вазочки. Ну, это хозяйка уже сделала. Вот. Вот такая вазочка. Вот. Так. Придумывает по 5 злотых. Поэтому завтра у меня ответственный день. Пожелайте мне удачи.